Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. И сегодня я хотел бы начать новую серию, которая продлится достаточно долго, потому что мне хочется уделить этой теме много внимания. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что миру нужен отец. Огромное количество проблем, наверное, практически все социальные проблемы общества, если мы посмотрим в корень, если мы немножечко копнем, они обязательно упрутся в безотцовщину, либо в наличие отца, который совершенно не выполняет свои обязанности, либо в полное его отсутствие в семье. К сожалению, огромное количество детей, более 40% во всем мире, воспитываются в семье, где нет отца. Еще больший процент детей воспитываются в семьях, где отец присутствует физически, но никаким образом не участвует в воспитании своих детей. Но еще больший процент людей, которые хотели бы участвовать, но в силу ряда обстоятельств, просто, наверное, не знают, как это делать. Они либо сами не были научены, либо выросли в семье, где не было отца, и, соответственно, у них нет примера, либо просто не обладают необходимым знанием. Мне хотелось бы поднять эту тему и шаг за шагом обсудить с вами не только саму проблему ее наличия, но и как мы можем из нее выйти и к чему в итоге это может привести. Итак, миру нужен отец.